Здравствуйте, друзья! Судя по заставке, которую вы только что видели, вы поняли, что я нахожусь опять в другом квартале. Этот квартал называется Милитарь. Но я сюда не приехала смотреть, как люди живут. Я приехала на базар воспоминаний. Это своего рода ярмарка, где продают очень старые вещи. Я в надежде еду туда, в надежде найти какие-то старые штуки и в особенности картинные рамы. Будем искать вместе. Если вам интересно, будем смотреть. Это красивая. Но она побитая по сторонам, видишь? Вот и стаканчики тоже. Где Аста? Аста. Да. Окей. Дай курмос? Да. Пойдем, Кость. Картина стоит 25 лей. Он говорит, все, я тебе все их отдам. За 15? Да. Уже за 15. Сейчас только мак. Да. Блин, ну это слишком классная рама. Она слишком это. Какая рама? Рама? Дальше мне толстая, я не понимаю, что вода. Окей, а мы сейчас... Ага, ага. Пак реклама. Мацанеск. Лей рама. Типа она сделана из золота, золото покрыто золотом. Нифига она там не покрыта золотом. Это для лошадей. Смотри, какие рамки. Смотри, то кенгуру. Кость, да. Смотри, а это вышивка. Вот здесь. Вот это вышивка. Да, ну понимаю. Да, это сюда. Шаши тут. Да. Пихтар. Ну понимаю на тюрок. Шаши не очень ромалов. Смотри, чайный столик, какой красивый. Ну,
машинки. Вот это вот 50 лет. Если вот эта статуэтка стоит 50 лет, то машина печатная сколько будет стоить? Смотри, какие часы. Смотри, вау! Просто. Смотри, какие коляски. Смотри, какая колясочка. Че тебе сразу на все пальчик нужно поставить? Да, да. Да я вижу, Костя, я вижу. Смотри картины. Да, я хочу запомнить. Да не ставь ты палец. Ставить он везде палец хотеть. Капец. Смотри, рога. Костя, смотри, какая прелесть. Или вот это вот. Аккуратно ты только. Трон. Ной, вой, клетка. Офигеть. Я тут пропустила с этой стороны что? Не хочешь, Костя? Да. Костя не удержался, хочет потрогать, не может поверить, что видит такую красоту воочию. Умиди евро, Костя. 1000 евро, подумаешь, 1000 евро. Кость. Пипец, 1000 евро. Вставай давай. Посидел на 1000 евро. Смотри, какой стульчик. Смотри, какой стульчик. Пипец. Смотри, мебель. Картины. Смотри, Кость, олень. Кабан. Все, друзья, я приехала домой с Костей. Мы закупились. Я очень рада тому, что у нас получилось найти. Все вот это в сумме стоит около 120 рон. Теперь давайте пройдемся по каждой. Вот этот Будда
Он у нас самый дорогой из всех. Вот он таким вот образом выглядит. Очень красивый. Сначала он нам говорил, продавец, что эта картина стоит 200 рон, но в конце концов я его уговорила и заплатила 60. Давайте посмотрим, что у нас тут сзади выглядит. Хорошо выглядит, если честно, она отреставрирована более-менее. Отреставрирована, если это можно назвать реставрацией. Вторая рамка, это у нас вот такая, я ее взяла у цыганки за 15 лей, мне кажется. Ничего особенного. Сзади она вот тоже все выглядит. Дальше у нас идет вот эта картина. Она у нас такая вот, покрыта гипсом. Картинку вот эту внутри, которая есть у нас здесь, я ее вытащу. И сзади она вот выглядит так. Это значит, что изначально она была такая. Я думаю, что да. Так вот она выглядит. Вот это. Здесь, если есть стекло, и вот там есть стекло, то вот на этой стекла нет. И эта картинка, она просто приклеена. Вот она. Как и все остальное здесь. Все приклеено. И сзади она идет тоже такая. Я думаю, я ее отклею, когда буду чистить. И хочу вытащить. Мне не очень нравится эта тема. Вот эту картинку вместе с этой картинкой мы купили у одного человека. Каждая стоит по 10 лей. Мне нравится, что эта картинка, мне кажется, это оригинал. Вот как было сделано, так оно и осталось. Не скажу, что это 1800 год, но 900-й 100%. Потому что, смотрите, здесь пишет капша. И очень сильно напоминает Бухарест в те времена старые. Это, мне кажется, Каля Виктории, если так вспоминать. По дорогам сейчас, то да. И мне кажется, я это даже оставлю как есть. Мне нравится. Вот эта рамка мне очень-очень-очень понравилась. Я ее увидела и думаю, все, я ее беру. Сзади то же самое, нетронутая вещь. Самое интересное из всех, это вот эта рамка. Здесь есть даже подпись. Правда, непонятно. Что это там пишет. Эту рамку я купила за 20 лей. Она очень старая. Очень старая. Фокусируйся. Вот так вот. Очень старая. И мне будет интересно посмотреть, что там за ней. Она тут с сколами. Вот. Самая красивая, самая. И не самая дорогая. И вот эти свечки. Это они не настоящие. Они идут с батарейками. Это... Сейчас, если ее включить, вот так вот, она будет так вот светиться. И выглядят они вполне натурально. Вот. Круто. Спасибо, что оставались со мной. Всего вам доброго. И если вам интересно, что еще можно найти на этом рынке, пишите мне, я туда еще съезжу.